Анастасия Мурат – золотая медалистка. Мечтает поступить в МГИМО и стать переводчиком. 2 года назад переехала с родителями из Крыма, поступила в Одинцовскую школу номер 17. И вот уже первый государственный экзамен. Волнения почти нет, говорит, подготовка была очень серьезной. Время я выделяю только на ЕГЭ, потому что ЕГЭ требует усиленной подготовки. И поэтому времени на развлечения, на спорт даже не хватало. В этом году процедура ЕГЭ особенная. Вход в школу группой не более 15 человек. Сопровождение наблюдателя до специальной аудитории. Там вещи сдаются в отдельные боксы. Уважаемые ученики, мы проходим, сдаем свои личные вещи. Пожалуйста, соблюдая дистанцию. Маски и перчатки можно не надевать. А вот проверка документов, личный досмотр и распределение за парты в строгом порядке обязательны. Сканирование и приход экзаменационных листов прямо в аудиторию. Задания на партах, можно приступать к работе. Внутри учебного года дети проходили несколько апробаций, они писали итоговое сочинение. Они, в общем-то, с процедурой знакомы. Они умеют заполнять бланки, они представляют, что их ждет. Кроме того, мы постоянно на уроках их к ЕГЭ готовили. Единственное, что, конечно, к ситуации с эпидемией они не были готовы, но, тем не менее, мы их обо всем предупредили. Да и СМИ в этом плане работают хорошо, они представляют, что им нужно делать в плане безопасности. Для сдачи ЕГЭ в Одинцовском округе заранее подготовлены 14 пунктов в учебных заведениях. Более 2000 выпускников сдают единый экзамен. Остается по традиции пожелать ни пуха, ни пера. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».